На Бога надейся, сам не плашай, называется. Вы что думаете? Смотрите, вот эти символы, вот эти коды, вот эти шумы, и это все, оно помогает человеку. Помогает человеку, дует в его паруса. Но для того, чтобы в жизни все получалось, просто деревяшечка и шум не могут быстро что-либо сделать. Между тем, что задумал человек, допустим, и здесь все связано еще с тем, какая у вас психическая энергия, насколько вы вдохновенный человек, каким путем будет идти реализация вашей задачи. То есть это путем тяжелой труда, или путем какой-то находки, или путем открытия тайн каких-то, либо путем там 100% везения в жизни и так далее. И это все сложно, то есть, скорее всего, вы придете к этому, но в случае, если у вас не хватает энергии, это может занять 100 лет, а в случае, если энергии много, то 1 год. Ну и что могут сделать шумы, и что могут сделать деревяшечки? Ускорить этот процесс. Насколько? Понятия не имею. Как быстро? Ничего не могу сказать. Вообще. Вот вообще. Тогда зачем это нужно? Они помогут.